были очень удивлены. Да, нет. Как много ребенок разговаривает. Да, Тимош? Да. Вот так мы разговариваем сейчас. Мы продолжаем общение с нашим замечательным Давидом. Ребенок не присутствует на сеансе. Изредка появляется. Прибежит и убежит. Да. Да. Вот Тимоша сам хочет рассказать. Тем не менее, через меня ребенок вот меняется, меняется на глазах. Вот видите, после сегодняшнего сеанса он вообще говорит и говорит и говорит. Что меня, конечно, не может не радовать. Да, вот какой разговорчивый. Давид у нас, посмотрев на ребенка, без всяких МРТ, без рентгенов, сразу увидел, где поврежден наш мозг. Что нас еще беспокоит, что у нас дисбактериоз непроходимый после такого количества антибиотиков, вот уже 5 лет мы никак не можем вылечить. Потому что все 3 месяца в реанимации, каждые 5 дней менялись антибиотики, бактериоз у нас не проходил. Садись со мной. Не нажимай никуда, пожалуйста. Хорошо? Сиди с мамой. Также Давид очень помог мне. Хочу сказать, что после первого сеанса я о своей межпозвоночной грыже и не вспоминаю. Уже дней 10. Хотя до этого мне предлагали операцию, то есть только операцию. Позвоночная грыжа секвестированная, которая требует оперативного вмешательства. Хочу сказать, что без уколов и таблеток я не могла жить. Постоянные боли беспокоили. Очень сильные. То есть только уколы, таблетки. Подожди, пожалуйста. После первого сеанса я забыла и не вспоминаю ее сейчас вообще. Такой у нас замечательный Давид. Очень.